можешь вытряхнуть банку под лекарства крышкой? Задохнется. Нам нужно, чтобы она приходила к нам. Ты хочешь, цель какая? Цель такая, чтобы ты ее покормила. Или она осталась, или банку какую-то предложить, я не знаю. Банку. Зачем держать? О, точно, схвати и положи в банку. Нет, я это только не возьму. Это? Это не это. Ты хотела природный туризм? На тебе это природный туризм. Нет, давай я вытряхну баночку. Это я придумала и принесла тебе баночку. Где баночку? Боже, она сейчас на меня прыгнет. Может, она не одна там с выводком? Может, она надевала? Какая она огромная, боже мой! Это была часть айсберга. Кошмар! Приходи в баночку. А что ж ты руками не трогаешь ларионов, как мне предлагалось? Да я ее потрогаю руками, то мне бассейн кто будет держать тогда. А видишь, зацепилась за степку мне никак. Вот. Боже. Да выходи, что. Он там рожает, может? Да что она мне рожает? Она, знаешь, хвостом откушена. Зайчик, бедный. Так, иди, я на траву быстро выложу. Все, Ларионов, у меня сейчас будет стресс, у меня будет разрыв сердца. Не будет у меня никакого разрыва сердца. Снимай. Будет. Сейчас на тебя плюнуть чем-нибудь. Ладно, иди на траву, жалко. А дай хвост откушенный, покажем. Да. И рука откушена. Может, она у нас до 10 посидит? И рука у нее откушена. Она поэтому и спряталась. Ну, хочешь, у нас поживет? Давай сюда и травки детям покажем, а что дети решат, так и сделаем. До банки я тяжело. Солнца. Давай его туда запихнем в траву. Так нет, я хочу. Куда? В банке в траву? Да. Так я и предлагаю. Да нет, вот мне просто выпустим. Захочешь, пусть идет сама. Славка, она поэтому и к нам пришла, что ей, видишь, тяжело. Так и там будет просто тяжело. Все кошмар. Ларионов, ты герой. Ты где вообще? Ладно. Признавайся, что ты боишься. Я боюсь. От этого хрена. Не пойдем туда, Слава. А кого ты боишься? Thank you.
А не в замешательстве. Я уже согласна. Едим рыбу. Да.
that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see, things that I do. Something in my eye is you. Things that I see. Покажи нам его. Вот так вот. Привет, мы сейчас в Болгарии, в городе Обзоре. Сегодня 19 июля, понедельник, 2010 год. Мы сейчас идем по дороге. Скоро здесь будет бывший оздоровительный центр для детей «Обзор», который называется. Вот. Там сейчас никто не отдыхает, он закрыт. Машина едет. Сегодня были на соседнем пляже. Мы пробирались туда по камням, большим и маленьким, мокрым и сухим. И нашли много рабочих. Я ее положила в свою маленькую сумочку. Маша, расскажи про свои ощущения с кузнечиком.
Надо вообще. Я просто помогу. Здравствуйте! Сегодня 19 июля, понедельник, 2010 год, соответственно, а еще точнее без 29 утра. Мы сейчас находимся в отеле, где живут теперь до 1 числа августа папа и Лариса. Сейчас мы пойдем в лагерь. Вот. Мы уже позавтракали, Даня сейчас на тренировке, да, где-то до 9, наверное. Вот, а потом мы все пойдем гулять. И на пляж тоже. Я надеюсь, будут большие волны, потому что с волнами прикольнее. Вот. Нам здесь осталось еще 17 дней, 2 недели и 3 дня, то бишь. Все, пока. Мадарскому всаднику. Нам сообщили, что такое есть только в Тибете. Еще точно такой же. Славочка, красивый, стройный. Сегодня волоски уложил гелем для мокрых волос. Так, на дорогу смотрим. Красиво, красиво.